Стой на месте! Что со мной происходит? Стой! Из места! Я ничего не делал! Остановись! Я никому не желаю зла. Я понимаю, но твое излучение опасно. Народ! 7500 редов! Барри, не подходи слишком близко. Его радиация сильнее твоей регенерации. Спасибо, что предупредил. Что тогда делать? Как остановить его? Мне не сдержаться! Во, блин! Нужно его остудить. Убийца Мороз. Круто! Ну давай, превратись! Это работает не так! Я не могу щелкнуть пальцами и выпустить ее! Мне нужно испугаться, разозлиться! О, господи, Кейтлин! Город вот-вот взорвется! Все и все, что ты знаешь и любишь! Птицы, деревья, рыбы, щеночки! Щеночки умрут, потому что ты не хотела сделать свою работу! Спасибо! Отлично вышло? Да, отлично, теперь идем. Ладно! Все, вперед оба! Что происходит? По делу позвали или оттянуться? Ясно, по делу. Как она? Ничего, нормально. Есть другие идеи. Куда его перебросить? Амон, нет. Если бросишь в брешь, он может взорваться. И тогда мы точно все умрем. Умница. А если создать вокруг него вакуум? Если он взорвется, то хотя бы сдержим взрыв. Да, да, Ален, да. Да, это может его сдержать. Только действовать нужно поскорее. Излучение дошло до 8000. Вакуум сдерживает его энергию. Чудно. Он становится все сильнее. Ален, я не знаю, сколько излучения ты сможешь выдержать. У меня нет выбора. Нам нужно сдержать его. Ален, 9000. Десять тысяч. 10000 критическая масса. Рамон, нужно отправить энергию куда-нибудь. Что? Куда? На Землю 15. Это мертвая планета. Открывай брешь туда. Ты справился. У тебя получилось. Ты спас город. Me.